Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подписчики и вы многоуважаемые зрители канала Квант. Сейчас делается запись реплея, ее прислал Максим, тот товарищ, который, как вы видите, играет на Петропавловске. Он выбил в этом бою 24 цитадели со Сталинграда и Кремля. Я попросил его прислать реплей, чтобы увековечить это историческое событие. С учетом краткости, то есть, что эти блицы очень короткие, это непростая задача выбить 24 цитадели, потому что бой короткий, длится он от силы 5-6 минут, а иногда и меньше. И выбить такое количество цитаделей, это должны противники очень сильно плохо играть. Ну, либо Максим должен стать хорошо. Тут играют наши два игрока, мистер Саныч и Максим. Они идут на Петропавловске, как вы видите, идет, играет Максим. Мистер Саныч идет на Пруссии. Посмотрим, как они сейчас сыграют. Бой очень интересный. Давайте внимательно наблюдать. В команде у нас в отряде еще один Петропавловск из другого клана. Юг Трансмания. Трансмания. Не знаю, что это такое, но в общем клан такой существует. И ребята идут в бой. Так, у нас появляется клан Випер. Боюсь ошибиться в прочтении этого ника. Стебальчик, что ли? Наверное. Любит человек стебаться. Посмотрим, посмотрим. Максим объявил, что он потопил две лодки. Давайте смотреть. Кремль и Сталинград. Очень... О, Наполе. Неожиданно, неожиданно. Ну-ка. Наполи хочет занять исходную позицию, чтобы нас пострелять. Не выйдет, наверное. Мистер Саныч заходит на тот фланг. Сталинград. Сталинград. Это подстава. Первые три цитадели. Ну, такими темпами. Такими темпами, возможно, Макс и набьет. Ну-ка еще. Еще одна цитадель. Бедный Сталинград. Ну, как бы, не туда, Макс, ты целишься, но это поправимо. Так, мистер Саныч на фланге этого отряда противника. И как хорошо летят снаряды. Так, ребята выжидают. Петропавловск, Трансмания. И... кульминация боя приближается. Вот он, вот он, вот он, Петропавловск. Это ошибка. И мистер Саныч забирает Наполе. Красивый, красивый бой, друзья. Не зря мы решили его. Еще 3 цитадели, 9 цитаделей пока. А, понятно, они прям просто выходят на расстрел. Бай... Блин, короче, не могу этот ник прочитать. Вот он, вот он. Ну-ка. Три пробития и три рикоше... два рикошета. Ну все. Надо забирать Сталика, я считаю. Да, так оно и будет. Отлично, еще две цитадели. Максим красавчик, что говорить. Ждем, когда на убой пойдет Кремль. А он так прям хорошо выползает. Ну, значит, 13 цитаделей с него выбит Макс. Красиво разнес. Базаров 0. 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво разнес по горизонту Максим. Еще три. Ну, 23 тысячи. Это, блин, с Кремля, я вас умоляю. О, как просадил его Кремль хорошо. Еще 4 цитадели. Итого 21. И сейчас, видимо, еще будет 3 штуки.
Ну-ка. Оп. Да. Yes, детка. Какой взрыв. Ай-яй-яй-яй. Победа. Не побоюсь этого слова. Победа клана Квант. Что у нас там по результату? 180,5 тысяч. Ой-ой-ой. Неплохо. Так, а что у нас по командному? Петропавловск на первом месте. Максим рулит. Ну да, клан Квант. Три лодки из трех. По подробному отчету от Наполи. Да, со Сталика 76, с Кремля 101 тысяча. Как хорошо сыграл Максим. Что здесь по баблу? По баблишку здесь тоже хорошо. Приятный бой, чего не говори. Кто бы что ни сказал. Дорогие друзья, от вас лайк, подписка, добрый, незлобливый комментарий, ведь бой на самом деле был очень хороший. Как вы видите, две лодки, 24 цитадели, все как мы вам обещали. Всем хорошего дня, побед, удачи в наступающем году. До свидания.